Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в драконы в саднике Улуха. Так, заберем с тобой рыбу. И глянем, что у нас тут. Так, Беззубик крутится. Ну-ка, что? Опять ты мне эту рыбу принес. Ну, что ты будешь делать? Он не хочет мне приносить нужный элемент. Никак я его не могу заставить. Так, заодно я шлем тут нашел сразу же. Так, давай лети вперед. Здесь что нам выпадает? Тусклый янтарь. Тут другого ничего не дают, блин. Кроме тусклого янтаря, похоже, дело. Так, Барсик, ты мне прокачался, да? Молодец. Давай-ка мы тебя отправим тогда в приключение. В драконий край, лети. Ага, сарделька. Что нам даст? Ну, тут либо тусклый янтарь, либо шестеренку. И это почему-то, ребята, тусклый янтарь. Удивляться тут нечему. Я думаю, уже все привыкли к этому. Так, ладно, пошел на разведку. Ну, здесь опять, ребята, тут такая же тема. Либо шестеренка, либо тусклый янтарь. Угу. Шестереночку дают. Все, я понял. Давай его отправлять туда дальше. И Громгиля. Так, дрова. Дрова, дрова, дровишки. Так, давай иди на поиски воды. Так, что у нас тут? Драконьи коряги? Что это за подарок? С чего вдруг мне драконьи коряги подогнали? Ребят, я не знаю. Решили поблагодарить. Так, у нас же тусклый янтарь здесь. Блестящий, точнее, уже. Так, больше ничего сделать не могу. О, красавчик. Так, ну что, давай потихонечку. Ага. Я отправлю сразу же Беззубик, чтобы не забыть. В путешествие. В эти трясины. Так, Йохан, что у тебя там есть? Подожди, что-то я не то нажал. То есть мне это ничего не надо. Я понял тебя. Как всегда, включаешь жлоба своего, да? Так, за деревом. За рыбой. За древесиной. Так, ну этот пацан 100% пока еще не будет прокачиваться. Потому что слишком рано. Я его только в прошлой серии отправил на тренировку. И чтобы он быстро прокачался, такого быть не может. Валите за рыбой. Так, этих тоже мы отправим. Еще не все к тому же вернулись, как ты видишь. Так, боевой лорд уже на месте. Так, получается у нас левел ап. Давай я его отправлю за рыбой. Так, мелкий тоже тут левел ап получил. 112 миллионов. Пока потерпит. Давай за древесиной, парень. Ну-ка. Что ты мне там? Яйцо. Яйцо, если не ошибаюсь, ребята, это водореза. Слушай, а вот это уже интересно. Слушай, у него действительно награды повышенные получается. Так, ладно, давай мы теперь этих проверим. Так, смерть зеленая пошла. Грибник тоже у нас пошел. Ну и этот парень тоже у нас отправляется. Так, здесь еще не насобирал, я смотрю, не вернулся он. Так, а этот вернулся. Этот, кстати, очень быстро рыбу собирает. Поручите 7 разным драконам собирать рыбу. Что я, в принципе, и сделал. Так, секунду, что-то я... Что я хотел... А, давай-ка мы, наверное, с тобой заберем пак. Бесплатный. Монета Удина. И Громыль, Кревет, Громобой, Защитник. Все. Так, и сегодня будем допроходить, друзья мои, события. Надеюсь, у нас получится. Все без косяков. Все как полагается. Все, я готов. Да, я, наверное, готов, ребят. Хотя, подожди, сейчас проверим.
так вот мелкого отправим на прокачку, пускай летит пока. О, вот этого малыша можно перешкуру отправить. 506. Крылатый ужас. Я даже не знаю. Ну давай. Не, не хочу, ребят. Твою наверное. Я бы лучше, наверное, громобой защитника бы отправил бы на тренировку, если честно. Или хвостояра. Но лучше, конечно, и эпики. Эпики, ребята, нужны. Эпические драконы были бы вообще, ребята, в топчике бы у нас. Они редкие. Так, ладно. Все, ребят, погнали, короче, мы с тобой на события. Хватит тут на них любоваться. Так, подожди, это что-то новое. Фу, я уже испугался, блин. Думаю, неужели прозевакали мы наше счастье. Так, а что у нас тут за награды вообще будут? Загадочный пак, ареновский пак. И в конце 300 коряк. 300 коряк. Ну ладно, пускай будут. Не очень, конечно, хорошие награды. Мне больше нравится, когда дают нам какой-нибудь элитный пак. Это бы, конечно, намного лучше. Так, ну что, ребята, нас ждет две волны. И первый противник, которого будем уничтожать, это, конечно же, вот этот вот парнишка. Его нужно в первую очередь. Нечего ему здесь, как говорится, разгуливать, топтать землю. Так, ну, ну давай добьем. Ну, теперь водореза. Нам надо бы, конечно, залечить раны, если честно. Как можно быстрее, причем. Давай сделать так. Хиляемся. Блин, так мало хильнулись. А потому что у нас пониженная атака, ребят, была. Только лишь из-за этого. Давай я просто укушу. Да ек макарек. А здесь у нас кто? Блин, древоруб опять этот, а? Еще не вытворяю, ну как специально. Понижает атаки. Опять они вдвоем ходят. Зашибись, давайте еще ушатайте меня, моего кореша. Из последних сил держимся. Так, этому крышка. Этот, как всегда, сюда, да? Нет, он поменял цель. Он стал бомбить в барсика. Значит, сделаем так. Так, добиваем. И остается, ребята, соорудить шепот смерти. Ну, мы его сейчас... Сейчас мы его ухоркаем. Вот как-то так. Ну что, ребята, колесо у нас выпадает. Опа-на. Ха, плод мудрости выпал. Удивительно. Так, плюс мы забираем загадочный пак. И у нас идет мини-босс. Давай смотреть, что там за мини-босс у нас. Слава богу, две волны. И у нас два кревета будут выступать. Но они, ребята, у нас идут синими, шустрыми, хитрыми. А хитрых мы с тобой очень даже неплохо разбираем. То есть как бы в плюс в нашу пользу. Ух ты! Смотри, что сделал, а? Смотри, что он сделал. И бомбит, прикинь. Так... Ну, давай сделаем таким вот образом. Тройные удары надо как можно быстрее завалить, потому что это, ребята, идет как все-таки босс.
и хиляемся. Да чтоб тебе, мы даже не добили его. Ох, как это было больно, Барсик, да? Вот так вот они делают это. Ушатаю сейчас этого хламона. А потом займусь тобой. Так вот. Все, он не железо, ребята. Мы его сейчас в две ходки раскатаем. Всего хорошего. Рыба. Собственной персоной. Ладно. Пускай будет. Раз, два, три. Ну да, как раз три поединка, ребята. Это событие будет на сегодня пройдено у нас. Так, только не зеленые, ребята. Блин. Громовые стражи. Ну, защитники. Блин, какие они тугие на разборы, а? Атака у них, конечно, тоже не очень мощная, но они очень, ребята, долго, нудно разбираются. Кривоклык только их нормально бомбит. Заблокировал, а? Ну ладно, добьем. Добьем. Так. Давай сделаем сюда укус. Вот так. Че, хильнемся, наверное? Хильнемся. Так, делаем укус. И атаки, и добивка. Фу, не добили, все. Я уже думал, не прокатит. Так-с. Ё-моё, стальной капкан здесь у нас. Вот этого будем валить. В первую очередь ужасное чудовище. Я не хочу, чтобы он фаерболами начал поливать. А мы знаем, это очень мощная атака. Поэтому как-то нам же нужно ее избежать. У этого тоже, ребята, атака, будь здоров. Вот так вот. Вау, слушай, вообще круто мы разобрали здесь противника нашего. Ну, громобой страшен, он один. Здесь он ничего нам не сделает. Тем более мы сейчас понижаем ему защиту. И начинаем его ковырять. По полной программе. Ну, тут я вижу, тоже рыба выпадает. Что-то давно нам не выпадали паки. Какие-нибудь. Так, содержит элитку. Давай глянем твою элитку. Что ты нам подсунешь здесь? Так, шторморез, пристиголов, шипорез, защитник громобой, злобный змеевик. О, барсик выпал. Ну что, опять мини-босс. Опять мини-босс, и потом уже будет босяцкий. 100%. Так, два штормореза плюс громобой. Громобой, как всегда, защитник идет. Ладно. Я пока буду заниматься одним из громобоев. Ой, громобоев. Шторморезов. Так, минусуем. Не удивлен нисколечко, что он так поступит. Так, а на следующей волне надо будет нам, ребят, хиляться, потому что там уже будет мини-босс. Так, ну этому крышка будет сейчас. Однозначно. Так, и вот громобой у нас. Давай, наверное, все-таки понижаю ему защиту. Укус. У него фулка. Фига себе, ребят. Я только сейчас увидел, что у него был фул энергии. Я думал, сейчас какую-то массовую атаку бомбанет. Но он решил хильнуться. Он решил хильнуться, и зря. Так, ну кто у нас тут? Ёпарасете. Ядрё, Матрёна, они еще и стражи. Они еще и стражи. Блин, давай этого хламона, наверное, попробуем завалить. Или как, я не знаю, если сейчас на этого буду отвлекаться. Эти меня сейчас будут тут... Видишь, что творят? Один вышел из строя.
Давай все-таки сделаю так. И опять сейчас кого-то выбьет. Гаденыш. Нет, никого не стал убивать. Так, по-моему, минус один. Ну, то есть минус два. Так, ребят, ну один остался, последний. Уж с ним-то мы разберемся. Уж с ним-то мы разберемся. Так как он здесь один остался. Можно было, конечно, слепоту повесить. Я думаю, я успею его бомбануть. Вот и все. Опа-на. Только говорил про паки, и вот тебе необычный выпал. Нормально. Ну что, друзья мои, у нас последний поединок с боссом. С боссом, так сказать, этого события. Сколько волн? Две? Две. Так, тут громобой, он красный. То есть очень много урона наносить будет, да? Очень много будет наносить урона. Нам и не хильнут сейчас. Так, ну Кривоклык его ушатывает. А вот этот сейчас будет, наверное, свой... Ничего он не будет. Блин, ну Барсик, ну я рассчитывал. Я думал, что ты все-таки сможешь его бомба... Ой-ой-ой. Так, не лезь. Это вынужденная мера, друзья мои, была сейчас только что. Как говорится, спасение рядового Барсика. Выдержит. Фу, твою налево, ну ты посмотри, а чё чмо делает, блин. Ну вот, ребят, теперь нам придется в два смычка, блин, тут драться с боссом. Ну хоть, слава богу, блин, у нас остались такие довольно топовые бойцы. Так, просто я укушу. Будем брать вот этого в слепоту. Фигня какая-то полная получилась. Ну, вот это мне не нравится. Но... Что он там сделал? Защиту, да, снял? Ну, как вариант, ребят, только вот так все сделать. И... Давай так попробуем. Нам повезло. Так, поехали. Так, вот сделаю я. Ой, хорошо-то как. Давай ты. Между собой просто делят урон и все. Блин, ну этого закончилось. Ах ты, чё творит, ты посмотри. Ребят, так дело не пойдет нафиг. Они втроем ходят, блин, они втроем сейчас ходят. Да слушай, ты заколебал уже, а? Просто заколебал, серьезно тебе говорю, блин. Офигеть, столько потратить уже нафиг надо было, а? Нет, он достал уже, а?
Че, опять сейчас этот будет восстанавливать, блин? Так вот сделать придется, ребят. Да нифига себе, у нас осталось 10. Он все равно взял и отхилял. Он сейчас опять хильнет. Нет, ребята, он не хильнул. Есть. Фьюх. Куда ты лезешь? Ну неужели? Ну неужели, друзья мои, мы справимся здесь? Офигеть, я не думал, что столько ребятам не придется. Все слил, абсолютно все, что было, все пришлось сливать. Да. Но главное, что прошли. Дай плод мудрости, две штуки. Ну почему ты не дал мне плод мудрости, а, гаденыш? Ну что, друзья, забираем нашу награду. 300 драконьих коряк. Вот. Здесь у нас... Ага, давай-ка откроем пак этот необычный. Что у нас там? Громоножка. Ну куда же без тебя-то, ну куда же без тебя? Иди размещайся. Так, у нас еще загадочный пак. Шторморез, древоруб, ужасное чудовище. Допустим. Так, здесь у нас еще награда одна. Так, нам хватит? Хватит нам его отправить. Полетел. 400... Нет, этот за древесину у нас работает. Этот за рыбу. Полетел. Так, у нас там еще вроде бы рыба, да? Вот этого тоже, наверное, отправим. Угу, за железом пускай добывают. Все, ребятушки. Наверное, на сегодня будем закругляться. Как говорится, всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.